Hey, yo, друзья, всем привет, с вами как всегда Такс, и сегодня мы сделаем, так скажем, рубрику «Эксперименты» на канале. Сегодня у нас одинаковое количество кейсов в CSGO и одинаковое количество кейсов на сайте. Мы посмотрим при одинаковом вложении в 2332 рубля, что мы получим, сколько у нас останется и какой будет профит. В общем, давайте, ребятки, откроем в CS-ке и на скине, ни в коем случае не реклама, в общем, даже говорить не буду. Вот, давайте, пацаны, смотри, баланс 2332 ровно, здесь у нас было потрачено на 2332, и мы приступим открывать по вот этой вот диагонали, так скажем. Гамма 2 кейс у нас, и здесь мы также выбираем гамма 2 кейс. Давайте, окей, открыть. Все, давайте, нажимаем использовать ключ двумя руками, вот так вот. Опа! Здесь промазал, ну окей. Мы открываем здесь, и открываем здесь, и смотрим, какой профит мы получим с гамма 2 кейса у Габена. И, о боже, мы получаем одинаковую пушку стоимостью здесь в 5 рублей. Здесь мы дальше уже посмотрим, сколько она будет стоить. Давайте мы приступим к следующему кейсу. Дальше у нас идет гамма 2 кейс обычный. Мы его здесь откроем, приготовим. Здесь мы не будем ничего ни в коем случае продавать, потому что нам нужно будет все подсчитать. Гамма 2 кейс, я готов к открытию. В гамма 2 кейсе вероятность дропа 54% на синьку. Это не, на самом деле не есть хорошо, но мы попробуем что-нибудь испытать. Открываем одинаково. Окей, две рулетки крутятся, и посмотрим, в какой из них лавеха у нас все-таки замутит. Мы получаем экза, а здесь мы получаем еще тоже одну синьку, ну окей. Нам самое главное узнать общую сумму потом по итогу, сколько мы потратили, сколько останется. Это мы не забываем, давайте переходим к следующему ключу. Это у нас хрома 2. Так, хромированный 2, здесь по-русски у нас все. Окей, давайте использовать ключ двумя руками, все так же. Наводимся, открываем. Здесь, кстати, вероятность дропа очень хорошая, 48% всего на синьку. То есть, получается, с большей вероятностью получаем с этого кейса засекреченное. Это у нас статрек Галилека 209 рублей. Здесь у нас АК-47 элитное снаряжение, может быть, стоит даже сотку. Ну, чисто навскидку. Дальше у нас идет хрома 3 контейнер, мы его приготавливаем. Здесь мы также выбираем хрома 3 контейнер. Так, отлично, наводимся. Нажимаем использовать ключ и открываем. Ну, здесь вероятность дропа всего 54% на армейское. И дальше, да, мы получаем армейское. Здесь все таки... Ай! Гейб, что ты делаешь? Просто запрещенку почти получили, но получаем все-таки мы синьку. И здесь точно так же мы получаем синьку. Окей, возвращаемся. Дальше у нас идет хромированный оружейный кейс. Окей, 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 давайте хромированный. Так, подождите, хромированный. Обычный, да, отлично, все. Я готов его открывать. Наводимся и нажимаем открыть. Все, два контейнера наконец-то у нас крутятся и смотрим. Ну, я все-таки надеюсь, что... Ну да, неплохо. Запрещенное мы получаем. С шансом 32% всего было получено. 35 рублей. Здесь же все-таки у нас смертельный яд у нас получается. Окей, давайте перейдем к следующему контейнеру. Дальше у нас идет револьвер кейс. 6 из 12 у нас уже открыто. Сейчас будет в данный момент. Здесь он 79, напоминаю. Здесь все-таки 152. И здесь вероятность дропа очень большая на то, что выпадет запрещенка, 46%. Ну, учитывая, в запрещенке не очень хорошее оружие, мы получаем, блин, синьку. И здесь мы тоже получаем синьку. За 24 рубля здесь неизвестно. Мы потом подсчитаем все с учетом торговой площадки. Вот, здесь у нас темный кейс, окей. Здесь мы также выбираем темный кейс, shadow кейс. Все, давайте, наводимся. Отлично, нажимаем использовать контейнер. О, ну здесь вероятность дропа самая большая, наверное, на армейской. Его нет было смысла открывать. И, ну почти, снежный вихрь прикатился бы. Ну и здесь у нас скумбрия. Окей, посмотрели мы замечательно на скумбрию. Нажимаем на следующий контейнер. У нас дальше идет, конечно же, фальшон. Здесь у нас он уже куплен. Все у нас в одинаковом порядке. По фэншую. Ну, здесь на сайте все-таки 52% с большей вероятностью, что тебе выпадет говно. Здесь я на самом деле не знаю. Увы, посмотреть не могу, увы и ах, но мы получаем впервые запрещенное оружие в CSGO от Габена. Габен, я тебе респектую, спасибо, братан. Давай, 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 продолжить, продолжить, отлично. Хоть какая-то хорошая пушка пока что от Габена, меня это радует. Отлично, мы подходим к последнему желтому сундуку на сегодня. Дальше у нас пойдут eSports коллекции. Здесь в диком пламени преобладает большее количество хороших оружий по отношению к армейскому. Вот, поэтому его открыть можно и получить что-то хорошее. И да, мы получаем маг 7. Язык сломаешь в трех местах, пока название это прочитаешь. Но здесь мы получаем все то же самое говнецо. Окей, что-то мне подсказывает, что здесь я уйду в больший профит. Так, давайте eSports, eSports открываем. Ой, ну тут прям вообще 67%. Куда такие проценты? Куда вообще? Ну ладно, открываем. Может быть и повезет, может быть... Там вообще не видно просто. 0.24 тайна, просто 0. Смертин... Ну... Говно есть говно, за 46 рублей здесь. Надеюсь, оно хотя бы дороже будет стоить, чтобы меня Гейб, ну, не огорчал. Ну, Гейб, не надо так огорчать меня. 79 рублей, eSports 2014. Кстати, красный контейнер, 400 рублей. Без учета того, что еще ключ. То есть здесь мы, конечно же, дешевле его открыли. Здесь 53, 50 на 50.
что повезет, 50 на 50, что нет. Ой-ой-ой, ну по 90 вирус мы получаем, здесь все то же самое, синее говно. Ну оно и 24 рубля стоит, как бы. Разница в 10 рублей, мне кажется, между этими двумя пушками, потому что тра-та-та стоит там в районе 7-10. Так, отлично, последний контейнер, ребятки, eSports. И по итогу еще у нас остается, кстати, 1200 на балансе. Ой-ой-ой, пацаны, ой-ой-ой, давайте открываем контейнер и смотрим. eSports 2013, Winter Case, открывается в двух местах и... Говно, в обоих случаях, ну... В КС-ке, увы, ах, мы уже все потратили. Все-таки на сайте у нас осталось 1000 рублей. Ну и, пожалуй, я открою на нее случайная тайна. Ну, куда мне этот баланс девать? Нужно максимально вынести выгоду сейчас для нас. Ну, понятно, мы получаем Shed of Kraken. Вот, 505 рублей. Окей, мы продадим это? Продадим. Ну, сейчас, может быть, лучше что-то получим. Если не получаем, забираем. Тот же самый Kraken, слили деньги. Ну, окей, мы хотя бы имеем здесь тайны. За 172 рубля. Сейчас мы подсчитаем, сколько где что стоит. Вот, у нас все пушки не забраны. Мы сейчас всю стоимость сложим с этой и с этой. И точный профит вам скажем. Ну что ж, пацаны, наконец-таки я подсчитал все до единой копейки. Какой профит мы получили, какая была разница в цене. Итак, на сайте мы получили пушек в общей стоимости на 613 рублей при вложении 2332 рублей. В КС-ке при тех же вложениях мы получаем 167 рублей скинами чистыми рублями. В общем, разница между КС-кой и сайтом составила бы для открывания одних и тех же кейсов 1104 рубля. Это на самом деле весомая разница, это целых два тайных. И еще, ребятки, также у меня есть промокод, промокод вписывается просто сюда, tax-free. И мы получаем сейчас на баланс 10 рублей. Можете вводить, заходить на сайт. Вот не хотел ссылку оставлять. Вот, ребятки, не хотел, но все-таки я оставлю. Промокод на чирик все-таки не лишний, потому что можно, ну, кейс Дианочки лишний раз за 8 открыть. Единственная польза от нее будет. Ну, давайте, не знаю, вот на эти чисто деньги еще на оставшие случайный USP откроем. Ну что, пробуем, ребятки. Но пробное открытие все-таки, мне кажется, лучше и правильнее сделать. Посмотрим, что бы мы можем в приоритете бы выбить. Фу. Получаем мы лесные листья. Получили бы за 8 рублей. Ну ладно, все-таки я рискнул. При том, что мне выпало говно. Фактически. Ой, да стой, 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 стой! 1800. Ой-ой-ой, 1835. Все-таки я приплюсую. И 200 рублей профита. Поздравьте меня. 200 рублей профита, но все-таки я выношу с этого сайта. Ой, ну блин, слушайте, не зря все-таки я прокрутил лишний раз, мне показалось, что выпало говно, значит, на следующий раз все-таки выпадет нормальная пушка. Но мне кажется, результат в принципе... Но я не буду никакой выводы на нем строить, чтобы мне лишний раз ничего не говорили, пацаны. Сугубо субъективное мнение, не знаю как, но все-таки мне сегодня повезло больше на сайте, без каких-либо подкруток и всего прочего. Ну, не хочу я ссылки оставлять, можете сами заходить, у меня просто есть мой промокод. Tax-free 10 рублей, чисто чтобы вы халявный раз, лишний раз открыли какой-нибудь кейс. А тут их много, можно за 10 рублей открыть. В общем, я, наверное, с вами попрощаюсь, потому что сегодняшний наш эксперимент подходит к концу. Ну, а с вами был Tax, до скорых встреч, пацаны, и пока!